Привет, друзья! Это Макс из English Show, и сегодня мы будем говорить с вами о преступности. Это не будет негативный какой-то ролик, просто многие из вас любят смотреть фильмы и детективные сериалы, я тоже очень люблю. И чтобы лучше их понимать, они просто they packed, они заполнены всякими словами, которые касаются crime or punishment. Поэтому это наш сегодняшний топик, друзья. Jump right in. Друзья, первое слово – thief. Это не очень-то легко произнести, поэтому смотрите на мой рот. Thief. Yeah. Thief – это вор. Несколько примеров. The police officer caught the thief yesterday. Полицейский поймал вора. He caught the thief. Caught – это прошлая форма глагола catch. Caught the thief – он поймал вора. Couple more. A thief snatched her bag containing her wages. Есть такой фильм Snatch, Гая Ричи. Как на русский его перевели? С Брэдом Питтом. С Брэдом Питтом, когда он цыганина играет. Когда они большой стоун крадут. Художественный фильм «Спись». Окей, snatch – это что-то схватить. Итак, вор выхватил ее сумочку, в которой была ее зарплата. Containing her wages. Wage and salary, guys. No difference. Wage, salary, оба слова означают зарплата. Итак, thief snatched it. It's a thief in the night to come and grab you. Риана в своей песне поет It's a thief in the night to come and grab you. Grab – это тоже резко что-то хватать. То есть, это вор, который приходит ночью и тебя хватает. Итак, удостоверьтесь, что вы правильно произносите это слово. Thief – вор. А ограбление – это theft. Итак, следующие пару слов, которые вам нужно знать, друзья, это первое – murder, убийство. И sentence – это не только предложение, да, то есть как бы предложение в тексте. Sentence – еще и приговаривать к чему-то, обычно к тюремному заключению. Sentence – как в нашем примере, слушайте внимательно. The judge gave her a long sentence for murder. Судья приговорил ее к долгому заключению за убийство. Здесь sentence означает приговаривать к чему-то, и murder – это убийство. Couple of more examples with murder. She has been charged with the attempted murder of her husband. To be in charge of – это быть ответственным за что-то. А здесь charge означает, что ее осудили, обвинили в таком преступлении. Attempted murder, guys – это означает преднамеренное убийство. You attempted it – ты намеревался это сделать, окей? The judges will decide. Судьи решат. Здесь мы видим слово judge. The judges will decide. Судьи решат. Новое для нас слово judge. Судья. И группа Muse поет I won't let you murder it. Я не позволю тебе убить это. Куча новых слов в этих примерах мы с вами узнали. Итак, murder, убийство, sentence. Это как предложение, так и приговаривать к чему-то. Attempted murder – это преднамеренное убийство или преступление. И judge – это судья. Итак, следующее слово, друзья. Shoplifter. Shoplifter – это магазинный вор. Shoplifters обычно не крадут что-то большое или не крадут что-то в огромных размерах. Они не грабят банки. Shoplifters – это такие мелкие магазинные воры. Example. A lot of shoplifters steal iPhones. Многие магазинные воры воруют айфоны. И даже был японский фильм, который взял какие-то бешеные Оскары, то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. Японский фильм «Shoplifters» – «Магазинные воришки» перевели его на русский язык. Итак, «Shoplifter» – «Магазинный вор». Shoplifter! Break into. Это следующий наш фразовый глагол. Break into означает «вламываться куда-то». То есть, ну да, резко вламываться в какое-то здание, в магазин или куда-то. Есть еще такое слово «barging». Barging in on you. Типа я вторгся к тебе. Barging. А у нее, мне кажется, у нее чуть-чуть другой смысл. Я когда-то читал, это знаешь, как баржа, когда въезжает в порт, поэтому говорят barging, типа ты вторгся в мое пространство, типа домой. Вот. Вот это в таком смысле может быть. А вот break into – это больше криминальное слово. Break into. Example. In the film he breaks into the bank and shoots. В фильме он вламывается в банк и стреляет. Окей? Okay? Shoot. Вспоминаю всегда, когда слово, речь идет о слове shoot, один из моих студентов как-то что-то там, какую-то чушь сморозил на уроке.
И я говорю, ты что, шутишь? Он говорит, да, говорит, I'm shooting. Смешно, да? You breaking into my house? Ты вламываешься в мой дом? Breaking into my house? Следующие два слова — это criminal, это преступник, и victim, его противоположность, это жертва. Criminal, victim. Criminal, victim. Очень простой пример. Criminal knew the victim. Преступник знал жертву. Ты снова криминалити. Рианна в своей песне Man Down поет Cause I'm a criminal, criminal, criminal. Как вы сейчас видите в этом клипе. Now I am a criminal, criminal, criminal. А еще одна группа, я забыл, как она называется. Они поют We were victims of the night. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та-та. Реализаторам сложно. Окей. Мы были жертвами ночи. We were victims of the night. Еще раз. Criminal victim. Преступник жертва. Criminal victim, criminal victim. Всем вам известно слово fine. How are you? I'm fine. Но слово fine еще означает штраф, как существительное. Или оно может быть глаголом. Меня оштрафовали. Еще второе новое слово. Speed. Это скорость, как need for speed, да, жажда скорости. А еще speed может быть глаголом, и он означает превышение скорости. Когда вы едете на машине больше положенной скорости, you are speeding. Вот эти два новых слова, и с ними пример. He was given a fine for speeding. Его оштрафовали, дословно это пассивная форма. Ему был выдан штраф за превышение скорости. Он был оштрафован за превышение скорости. He was fined for speeding. He was fined for speeding. Здесь fined ничего не имеет общего. Когда вы fined, вообще ничего классного в этом нету. A fine. 5 euros. A fine? 5 euros? Штраф? 5 евро? What for? Speeding. For what? Speeding? За что? За превышение скорости? Блин, они так красиво друг друга дополняют. Итак. Fine – это штраф или штрафовать. Speed – это скорость, либо превышение скорости. Следующие два слова или два выражения у нас – это community service, это общественные работы, и fraud. Fraud – это мошенничество, любой вид мошенничества. Часто я слышал в России, не знаю, как здесь в Турции, в России я слышал очень часто, моим знакомым присылают банки, там, переведи мне деньги, там, или пошли мне денег, займи. Так что даже мои друзья, вчера я на один день занимал у друга, чтобы он мне кинул на карту, он говорит, отошли, говорит, мне аудиосообщение, наговори, чтобы подтвердить, что это ты. Итак, вот это, друзья, это один из видов fraud, мошенничества. Frodo! Community service isn't a good punishment for a crime like a fraud. Общественные работы – это не самое крутое наказание, не самое лучшее наказание за такое преступление, как мошенничество. То есть суть этого предложения – community service is not enough. Такого человека нужно как бы sentence to, like, he has to go to prison, not community service. Итак, community service – общественные работы и fraud – мошенничество. 12 weeks of community service. 20 weeks of community service, говорит судья. 12 недель общественных работ. You committed fraud. You committed fraud. Вы совершили мошенничество. Кстати, слово commit – это совершить преступление или какое-то… То есть мы не говорим I did crime, I made crime. Если человек совершает преступление, мы используем… Это устойчивое выражение, друзья. Мы используем слово commit. Commit a crime – совершить грех. Commit a sin – смошенничать. Commit a fraud. She was charged with a credit card fraud. Ее обвинили в мошенничестве с кредитными картами. Почему-то я только что заметил, что все наши преступные примеры сегодня везде герои женщины. Что-то женщины все в наших примерах кого-то убивают. Здесь нету никакого скрытого смысла. Так уж Оскар, получ... Оскар хотим, да? Так уж получилось, друзья. И все время же мужчинам все преступления совершать. Следующие два слова, друзья. It's a investigate, расследовать. Проводить расследование. И theft, я уже вам говорил об этом сегодня, это ограбление. Thief, вор, theft, ограбление. Grand Theft Auto есть, это насильственная игра такая, GTA. GTA, да. Grand Theft, типа глобальное ограбление автачек, как бы. Проще и легко запомнить, что FBI.
Что такое FBI? Это Federal Bureau of Investigation. Вот это расшифровывается FBI. ФБР. Итак, example. The police are investigating the theft of a famous painting. Полиция расследует исчезновение или кражу известной картины. Заметьте, что я не говорю police is investigated. Police are. В английском языке слово police совсем не звучит как множественное слово, но с ним надо обращаться грамматически, как будто оно множественное. Слово police в английском языке множественное. Поэтому police are investigating и not is investigating. We're still investigating. Мы все еще проводим расследование, мы все еще расследуем. We're still investigating. Investigating. И последнее сегодня слово, друзья. Stole – это красть, но чаще всего у нас что-то было украдено. Поэтому логично, что мы используем подобные предложения. Если у вас что-то украли, что-то пропало, в пассивной форме. It was stolen or it has been stolen. Кто-то сделал это действие, не вы его сделали. My car has been stolen. Мою машину угнали. My car has been stolen. Or my wallet has been stolen. У меня сперли кошелек. Итак, когда у вас что-то крадут, используйте, пожалуйста, не stole, а stolen, потому что это пассивная форма. Что-то не я построил дом, а дом, который был построен. Окей? Okay? И, дорогие друзья, никто не может украсть у вас возможность улучшить свой английский в нашем проекте Native Show. Native Show – это проект, в котором вы можете улучшать свой английский вместе с носителями языка. Это чат, в котором вы ежедневно с ними на связи. Вы можете задавать свои вопросы два раза в неделю напрямую им, присутствовать на созвонах. И этот проект существует для того, чтобы ваш английский стал бомбучесным. Итак, Native Show, ссылка в описании. Друзья, я был рад сегодня. Я надеюсь, что этот ролик был полезный, и теперь вам проще будет смотреть фильмы и сериалы, детективы про about crime and about punishment. I hope it was useful. Guys, see you next week. Почему я с вами начал на английском говорить? Ну, это же круто. Так же, как и native-шоуцы поступают с вами. Увидимся очень скоро. Пока.